Познакомилась благодаря книге депутата Серпухова и главный редактор проекта «Московский комсомолец» Яна Киблицкий встретилась с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Депутат отметила, что после прочтения его книги «Благонравие праведников» она захотела познакомиться с автором лично. С вами познакомилась заочно через вашу замечательную книгу «Благонравие праведников». Большая благодарность вам за этот труд. У меня мама была христианка, в строгом меня христианское учение меня воспитывала. А она всегда мне так говорила, что, доченька, запомни, истина в религии только там, где проповедуют покаяние и любовь к ближнему. Вот, и все верно. И вот когда я читаю, и когда я открыла «Благонравие праведников», там же все полностью про покаяние и про любовь к ближнему. Гостья также поделилась своими впечатлениями о Дагестане. Киблицкий подчеркнула, что главной красотой региона являются сами люди. Ее поразило гостеприимство и открытость местных жителей. Журналистка также попросила шейха сделать ей наставление. Журналисты, они поймали маленький недостаток. Они на весь мир это раздувают. Мой человек по ошибке совершил. Вот это я бы хотел, чтобы вот это, если он узнават, он по ошибке совершил и живет с мыслям. Если по ошибке преднамерен, если по ошибке, ну, притворяться, что не заметили вот эту ошибку. Каждому же свойственно ошибаться, но ошибки вот это разные бывают. Это одно, на что я хочу обратить внимание. И второе, все время не были они, чтобы экспертами для других, чтобы они над собой работали каждый.